И всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, дриллер «Русская рыбалка 4». И сегодня с вами мы половим на реке Нижняя Тунгуска. Попробуем половить сама Амурского. За всю предоставленную информацию спасибо ежику в тумане. Сом, к сожалению, днем не клюет, а клюет где-то с 8 вечера и до 9 утра. По информации, опять же, от ежика, с полуночи до 2 часов ночи сомик также активно не клюет. Активно не клюет, но как-то так. Вот, так что имеет смысл его ловить непосредственно ночью. Я уже на данных координатах половил, но буквально сделал 2 проброса. Часов в 8 утра одного сомика амурского уже поймал в 7.38 по игровому времени. Так что следующую ночь буду пробовать. Возможно, кому-то данная информация будет полезна. Также забросил 2 фидера, ну в данном случае пикера, на мясо, ну а вдруг клюнет. На втором бланке получается у меня 25-я клипса. Здесь забрасывал вообще без клипса, просто шифтом на фулочку. Сборка у меня, кому интересно, вот такая. 12-й флюорокарбоновый поводок, первый номер крючка, ну а также я буду пробовать ловить на куски рыбы. Можно, конечно, попробовать и на майского, но майским ловить пикерами, наверное, то себе еще занятие, потому что может влететь какой-нибудь осетр восточно-сибирский, чего крайне не хотелось бы. Поэтому кусочки рыбы клюнет окей, не клюнет, ну и фиг бы с ним. Ну и спиннинг, которым я буду ловить непосредственно, сборочка у меня будет вот такая. Это оснастка джиговая, у меня стилнес, флюорокарбоновый поводок на 19 килограмм. Нужно только головку поменять и джиговую. Второго номера поставлю. Ну и тинифиш, непосредственно 4.05. У меня, кстати, не было с собой в рюкзаке, поэтому сбегал до магазина. А первый сомик, которого я поймал, был пойман, по-моему, на 0.6 тинифиш, но буду пробовать ловить на 5. Примерно вот так. Давайте посмотрим, на что, кстати, был пойман. 4.04. Не 0.6, 0.4, прошу прощения. По крайней мере, по рекордам сом амурский в данный момент. Ну, кстати, давайте Россия и СНГ покажу вам. Вот, собственно, тинифиша 4.05. Вот, собственно, ежик в тумане. 5-килограммового поймал сомика амурского. Тоже на 4.05, но данный сом у данного игрока, собственно, не первый, а уже второй. Если посмотреть на его улов по Нижней Тунгуске, то первого он поймал на 6.400. Он мне писал до этого еще, когда первого закрыл, чтобы я шел закрывать, но, к сожалению, я что-то подзабыл, либо еще что-то, я не пошел. А тут он еще одного поймал, говорит, беги быстрее, пока типа клюет. Но ежик ловил тагарой. А скорость у него была 30, я также 30 поставил просто. Ну и забросик делаем ориентировочно, ну, вперед, вперед делаем заброс, как бы, да, и делаем джиг ступеньку. Но, как уже говорилось, сом днем не клюет, поэтому смысла, наверное, особого нет. А, ну, смотри, кстати, поклевочка. Но, на мой взгляд, наверное, смысла особого нет пытаться джиговать в день. Хотя вот смотрите, час дня, какая-то поклевочка есть, сейчас посмотрим с вами, что из этого получится. Но на мой взгляд, я все же более активно буду пытаться ловить непосредственно сама, где-то с 8 вечера, ну и до утра, посмотрим, что из этого получится. Хотелось бы, конечно же, закрыть данного сомика, но посмотрим. Ну это голец арктический. Голец арктический, ну как-то так, то есть это совсем не сом, поэтому я не знаю. В день, наверное, особо пробрасывать не буду. А вот более активную рыбалку хочу провести непосредственно ночью. Так что где-то с 7-8 вечера приступлю активно к рыбалке. Ну а пока позанимаюсь какой-нибудь ерундой.
Итак, друзья, отстоял я ночку на данных координатах. А, кстати, я, наверное, про координаты ничего не говорил. Ловил и ловлю в данный момент я на 42-130. По карте это находится в квадрате B5. Я извиняюсь, что в начале ролика не сказал. Подзабыл, действительно подзабыл. По поводу клёва. Где-то я начал рыбачить горбуша. Горбуша, кстати говоря. Я начал рыбачить где-то в 18:00 по игровому времени. И были даже поклевки, если я не ошибаюсь. Вот, 35 минут, ну, 49 минут назад, да? Вот я начал забрасывать, это, ну, это мы еще, наверное, записывали. И вот я вечером уже начал рыбачить, 19:01, первая поклевка, это был, собственно, сом амурский. А, что могу сказать, до полуночи каждый заброс, каждая проводка по сомику амурскому. И чисто сом амурский был, это прям радовало. А, крупных экземпляров, конечно же, не было, сейчас посмотрим весь улов с вами. На рыбном рынке фармить, на мой взгляд, здесь смысла нет никакого. Но если вдруг вы там, не знаю, троллингом ходите, ультралайт кидаете, ночью все равно не клюет особо-то, да, имеет смысл пробовать ловить сама амурского. Так вот, до полуночи, да, клев был круто, здорово, приятно. После полуночи было полнейшее затишье, наверное. Я поймал, возможно, что-то там перловицу вот в 2 часа ночи. У меня лимчика, кстати, одного на дунке поймал. Вот. И, собственно, клёва не было. Клёв начался амура у меня аж в 4 часа утра. И то, опять же, уже, как можете заметить, я пару штук поймал, и все, пошли гольцы арктически. Но, тем не менее, поклевки есть, и они не могут, собственно, не радовать. Сдать я, естественно, ничего не могу. Но все же для наглядности давайте посмотрим, сколько это выходит по деньгам. Получается, 35 минут я отстоял. Но, кстати, 200 монеточек выходит. Это, конечно, очень скромно, я вам скажу. Но, тем не менее. Касательно сама амурского. То есть, было за ночь поймано 12 хвостов. Лично, на мой взгляд, это достаточно неплохо. По массе отсортируем. Самый большой был всего, ну, на 2 килограмма. С трофеем мне не повезло. 2 незачетных всего амурчика было. Ну, самов имеется в виду. Так что, кому интересно, ребят, пробуйте, ловите, закрывайте. Я буду пробовать однозначно еще. Не, сейчас, позже, точка пусть отдыхает, я пойду половлю что-нибудь другое. Но пробовать буду однозначно. В общем, друзья, как-то так я порыбачил на данной реке и половил, собственно, сомчика амурского. Еще раз хочу сказать ежику, он же Алексей, большое спасибо за предоставленную информацию, потому что данный вид рыбы, ну, лично у меня, по крайней мере, не закрыт. Если посмотреть по статистике, самый большой сом амурский у меня был пойман всего, наверное, ничего, на 3800, как-то так, на личинку майского. Так что буду пробовать. На донке не клевало вообще, за исключением одного вот этого налима на 2 килограмма. Нужно, может быть, подбирать клипсу, может быть, другую наживку, не знаю, но у меня лично не клевало. По поводу проводки, наверное, тоже хочу сказать. Изначально, когда пришел рыбачить, это еще вот первые поклевки, да, наверное, я пытался забрасывать шифтом, поклевки вроде были, но где-то, ну, не на середине проводки, но ближе к берегу, скажем так. Поэтому впоследствии я забрасывал просто на 90, без каких-либо шифтов и т.д. и т.п. и вроде бы клевало. По проводке еще раз 30, 2 оборота пауза. Карту вроде показал, координаты показал, извините, что вначале ничего этого не показал, забыл. Вот, так что как-то так. Если информация была хоть как-то полезна, не забываем ставить лайки, ну и подписываться на канал. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете по данной рыбалке. Ну а у меня на этом все. С вами был, как обычно, Дриллер, Русская рыбалка 4. Вам же трофейных поклевок. Ну и до скорого, друзья. Всем пока.